приветствовал, зашел на наш канал. Мы с Жанной приехали, с Кирюхой в том числе. Приехали на день рождения фермы. Такое вот масштабное мероприятие. Ферма 56. Куда пойдем? А? Пойдем походим. Ну что, пойдем. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии. Все, окей, идите, кормите своих котов. Папа, мы внутри там. Залезайте. Пойдем. Туда внутри можно зайти. Свои. Они меня не ждут, что ли? Нет, она ждет, когда ты ее покормишь. Да? Она ждет. Ну что, пойдем тогда отсюда? Пойдем, давайте зайдем. Здесь кормят. Жанна, а сколько кормка этот стоит? Пойдем. Потом, если. Кирилл, подожди. Прости, сколько стоит? Маленький 100, большой по 200. Ну, конечно, большой, Кирюх, конечно, ты же любишь кормить-то, да? Ты голодный. Ну, сейчас пойдем, пройдем, посмотрим. Людей много. Потом может вернуть меня, либо за кем-то. Давай, может, я буду держать, чтобы ты не раз, а ты будешь брать. Не, ну молодцы, конечно. Я говорю, молодцы, конечно, да? Ну что, заходим? А нельзя здесь кормить, да? Оказывается, получается, что туда заходить с кормом нельзя. Да, да. Туда просто, в общем, туда без корма надо заходить. Вход на ферму платный. Спрашивайте у администрации кафе. Вот. А, кстати, вход, видишь, написано, бесплатный. А там где надо оплачивать? Спрашивайте у администрации кафе. Вон корм. Нет, это корм мы купили, а вход туда взял. Там написано. А вход сегодня бесплатный. А-а-а. Ой. Но туда нельзя с едой. Да вот нас и не пустили. А, вот мы тоже зашли. Мы не поняли, поэтому я думаю, а где тогда билет купить туда? Они сказали, что типа, здесь написано, что кормятка для, получается, для кормления. Но мы не видели этого объявления. Здесь кормят, нет, вот написано, здесь кормят животных. Кормить можно, но почему, что именно Бадун. Кормить можно? Бадун. Угадай. Бадун. Я боюсь. Не бойся. Вот, сегодня праздник, поэтому вход бесплатный. Извиняемся. Тебя кормить? Нет, там нельзя кормить, туда скорую не пускают. Так, поворачивайся там, начинай кормить, а я тебя буду лопкать. А у тебя там совсем... Может, другим там потом. Давай, давай, корми, корми. Смотри, тут бодается. А вот тот коричневый тоже бодается, кстати. Ну, это, видишь, рогатые. Наверное, это козочки, а это козлы. Ну что, друзья, заходим. Вот сюда вот мы зашли.
А они там кушают. Они там кушают. Свои. А вот смотри, их сколько там. А что они туда залезли? Маленькие. Они залезли. Они так есть, чтобы... Туда не запрыгивают. Бирочки красивые, помечены, все посчитаны. Ну ты можешь прямо смотреть. Ой, смотрите, нубийские козочки. Молока у них, что ли, столько, смотри. Или беременные. Нет. Не знаю же. Это рога, их там ломали. А вот там еще сидят. Еще гоняются? Вон они сидят еще. Покажи, покажи. Вон, смотри. Ну, пойдем по кругу. Идем по кругу, посмотрим. А так здесь, конечно, тут такой вот водопадик сделан, достаточно приятно, да? Я тебе не знаю, вон там вот через камок сейчас ступает вода. А, здесь же сделано, смотри, как условие. Чтобы как... они лазили, козочки, по, они же, как эти, горные барашки, они должны по камням везде возвышенность, они же до потолка лазили. Ну, прикольно. Я тоже так могу лазить. Естественная среда. Пошли же. Нет, друзья, действительно, прикольно так, интересное место, так что ради интереса можно съездить, посмотреть, познакомиться. С козочками. Жанна! Идите сюда! Поехали! Енот полоскун. А куда енот спрятался? Пойдем к вам сейчас. Он не спрятался. Он там карманы у детей обыскивает. А, понятно. Енот, енот, он всегда в своем репертуаре енот. Где бы ни были. Им главное поесть. Енот, да? Вкусное. Аделин, вот смотри, Аделин, иди сюда, еночка, посмотри. У меня папа. Ух, какой! Смотрите, коза нубийская. Это казан, коза нубийская. Коза нубийская. Да, вот написано. Какая большая это коза нубийская. Она что, убивает с кем? Курицы! Супер. Все, пойдем опять кульков посмотрим. Нет. Хочу опять кульки. Я хочу спину. Спину чешет ему. Иди вот отсюда. Да, он тут и карманы проверял. Карманы тоже проверял. Да. Он ест. Попробуй. Эй, ну тут иди ему на, давай. Иди вон, вот, чего ты боишься? Съест, конечно. Смотри, какой мягкий. А он что-то... Ну, может, не ест морковку? Морковку? Они же вообще мясо там и... Ну, видимо, он накормленный уже. Его уже перекормили. Да он вон какой у него пузо. От маленькой козочки. Даже никто... Да. Но спать хочешь. Что
тут не видно, а вон они. Все, привели кролика. Ну, он там далеко-далеко. Охотничья порода фазанов. И цезарка. Цезарки. Вон они там. А здесь у нас кролики. Ой, какой здоровый кролик. Белый, да. Отдыхай. А в домике? Там, а в домике? О, какой. О, какой. О, какой. Вот такой вот он. Мохнатый. Мама! Смотри, лег, чтобы носа доставала. Слышь, папа? Дмитрий взял. Ты решил кусануться тоже, да? Ой, что какой? Да, видишь, какой. Эй, какие они большие-то, а? Пальцы снимать. А здесь маленькие. Маленькие-маленькие кролики. Спрятался в тенек. Нет, они в другом месте. Ну правильно, поел поспать. И там тоже отвалился. Не видно, спрятался. Многие попрятались. Дети очень довольны. О, калифорнийский кролик. Не знаю, видно вам, не видно? Вот такой калифорнийский кролик. Ну и самое главное, это козы. В общем, вот так вот. Кроликов много, коз много. Место такое. Ну, в общем-то, отдохнуть. Приехать в выходные и отдохнуть здесь, посмотреть, особенно с детьми, очень неплохо. Детям нравится. Я ему так даю морковку, он не хочет, а? Он вон ест ее. Было бы прикольно, если бы он на две лапы встал. Ну так не. Он пол морковки уже сгрыз. Ну правильно, морковку они грызут. Но его еще и корм есть. Уже? Ну есть. Теперь видишь, он на. А мне дай! Е-е-е, у меня нет. Жанна, я хочу кролику дать. Жанна, ты сейчас ему все скормишь этому козлу. Рога. Он теперь будет ходить за нами. Он теперь друг. Да, зато есть. Рог потерял. Он на роге. За лапой. Возможно. Смотри, какой хороший. Видишь? Жан, полустрел. Вот ты, наверное, напился.
Ой, как сейчас тяжело. Ушел. Гуси-лебеди. Вот еще какой хороший. Большой. Нет, здесь гуси-лебеди. Гуси-лебеди. Гуси-лебеди? Да. Нет, ну гуси, лебедей нету. И вон, смотри, два каких больших. Это гуси или утки? Гуси. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Вон козочки. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Жена. Жена. А чего они так гудят страшно, как паровозы какие-то? Ну так. Оказался быстрее. Отобрал. Беленький, а давай еще раз кинем туда. Смотри, этот самый крикунь. Кто-то песню поет прямо. А козлу кинь. Да. Съешь, он, походу, не голоден. Ой. Блин, ой, я испугался. Я боюсь. Подошел, услышал. Я испугался. Жара. А тебя не хотела это. Ну, в общем-то, здесь мы все посмотрели. Сейчас выйдем и пойдем смотреть дальше, что здесь есть. О, Кирюха. Сессия, фотосессия. А, вон, полез. Козлик полез. Малюшка сахара, натуральный сок, ягоды, это клубника, печеное яблоко, яичко, это очень вкусно. Собраться, а не остановить. Себе. А это полезно? Нет, я знаю, что как полезно. Яблоко, ну, плов готовит. А что за алкогольное? И на кухне безалкогольное, вот это вроде. Очень вкусное. Пойдем? Давайте снимать, когда сейчас солнца нет активного. 56. Пойдем сюда, пройдемся, посмотрим. А здесь мастер-класс проходит. Там мастер-класс проходит. Ой, Кирюхин. Мастер-класс почему? Ну иди, там людей много, там тесновато как-то. Ну юрта, я понимаю, а тут она била слишком много людей. Разрисовывают. Угу. Я выйти. А, здесь Елены нет, пойдем. Да. А это мы велосипедистов, наверное, которых видели по дороге, да? Да, наверное. 90 рублей. Медовуха. Безалкогольная. Да, безалкогольная, очень хорошая. Вот это горный мед. А здесь горный мед, разные травы. Да. На обратном пути. Да, сейчас прогуляемся, потом зайдем. Да. Спасибо. Сейчас идем. Скажите, пожалуйста, с помощью какой птицы можно вспомнить последний цвет радуги? Азарт!
Вот здесь кто-то крикнул. Кто? Вот он, венок, я тоже вижу. Как называют зеленый сыр? Ну, с плесенью это мы так с вами называем, а он еще как-то называется. Какой? Французский. Французский, но у нас другое название есть. Песто. Это я говорю песто. Это я говорю песто. Песторог, такого сыра нет. Я говорю песто, а второе слово? Нет. Песто. Почти как барон, только никакой не Мюнхгаузен. Песто. Грин. Да нет. Говорю, как барон, только чуть-чуть изменить слово. Пестограф. Чего? Пестограф. Да нет, да какой паром? Барбарис. Нет. Песто. Барбарис. Нет. Песто. Да не барон, это я говорю, что похоже на барон, только чуть-чуть по-другому. Нет. Да не баран. Какой баран? Песто. Бармен. Бармен, это в другом заведении. Молодец, а вам на мама аплодисменты. Песто Базерон. Меню. Да, но у нас будет здесь очень скорбь. Да, можно, можно. Стараемся. В общем, здесь проходит разные, как сказать-то, активности. Активности, в общем-то, да. Достаточно неплохо все сделано, хотя площадь не такая большая, но... Народу тоже не столько много, поэтому... Ну, судя по парковке, вон там все далеко занято, достаточно много народу сюда приехало. Ну, так неплохо провести день. Ну, не целиком, ну, неплохо. Да. Посмотреть, показать животных, которые рядом с тобой. Кирюха у нас остался у енота. Никуда не идет. Ему енот понравился больше всего. Ну а сейчас здесь будет дегустация сыров, и потом вот там будет плов. 13:30 дегустация сыров, и 2 часа будет плов. Ну, в общем, плов 350 рублей порция. Вон там вот плов. Можно по налу и по безналу купить плов. Раз, два, три! А есть у нас на этой поляне какой-нибудь папа, самый смелый, самый сильный, кого не жалко? Есть такой? Ты что, папа? Ты папой будешь лет через 20. Дайте нам папу. Папу какого-нибудь. Но мамы выделите нам одного папу. Да ты не... Ты своего приведи отца лучше. Вот он идет. Я так и знала, что вы придете. Приз выиграл. Все, значит, теперь можешь на нем экспериментировать. Как вас зовут, напомните? Паша. Павел. Папа Паша. Аплодисменты. Папа Паша сейчас будет управлять огнем. Папа Паша, для этого вам нужно руку намочить. Я вам дам потом полотенце, не переживайте. Прям полностью, даже вот так, вот так вот, да, хорошо, хорошо. Намочить. И дальше вот такую ладошку вытянуть. Вот прям прямую. А когда я вам руку подожгу, вы свою ладонь сразу так хоп, в кулак сгибаете. Договорились? Вот веселье. Паша, аплодисменты! А Паш, чей папа? Чей папа? Чей папа? Твой
думаешь? Сможет, конечно. Папа, еще намочи руку. Как в деревне. Как вам плов? Плов очень вкусный. Вкусный? Да, наелись. Да, порции, в принципе, кажется, что небольшие, а так хватает. Много. И мяса много. И костей тоже. Ну, плов без костей – это не плов. Но вкусно. 350 рублей. А нам не дали эту дегустацию. А, не знаю. Что-то не дали, да. Надо сходить. Надо попросить, да? Да. Я подоняться хочу. Ну, в общем, нам не досталось. Стаканчик безалкогольной медовухи. Закончился. Купили мы. Ну, мы купили его. 200 рублей. Домой приедем, охладим хорошенько и продегустируем. Там вот проходит дегустация сыра. Видите? Так много людей желающих продегустировать. Сыр вкусный. А у них? Между ними есть огромный разница. Сказала, останется жить с енотом. Ребенок у нас не уходит, только выведу, он опять возвращается, и все, и возле енота, и не отходит, говорит, не останусь тут жить. Ну, в общем-то, все, друзья, вас на этом, наверное, все. Да, как зовут? Кирилл. На этом все, не забываем, ферма 56, городской округ Раменское. Ну а мы сейчас собираемся, едем домой, так что не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Все, до новых встреч на канале. Я люблю тебя твой. Удали, сделай. Удали.